Распаковываем посылочку, которая пришла по международной почте. Я даже не знаю, что это, если честно. Так как, ну, по номеру там совсем непонятно. Как ее открывать? Пардон. Раз. Два. Открываем. Что это у нас? Какие-то коробочки. Какие-то стикеры. Какие-то фигнюшки. Далее, что само стекло. Стекло не разбитое. Но оно не совсем от моего телефона. Здесь какая-то лишняя дырка. То есть я заказывал от J6. Но это явно не J6. Будем надеяться, что хотя бы оно подойдет по размеру и по основным отверстиям. Сейчас посмотрим. В общем, оно не очень подходит. Я не знаю, ругаться, не ругаться с ними. Ругаться с ними долго. Но, по крайней мере, камера открытой остается, если ее прилепить. Второе, оно тоже не разбитое. Но это не J6. Это черти шо. В общем, это не от моего телефона. У меня не так все расположено.